Ну, давайте начинать. Время 12:00. И если кто не успел подключиться, то во время вебинара, возможно, они к нам присоединятся. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Корнеева Наталья. Я тренинг-менеджер, международный тренинг-менеджер компании Absolute Aesthetics, компании-производителя, компании, которая произвела и вывела на рынок марку ImmunoPower. Мы сегодня поговорим об иммунитете кожи, о том, как о концепции, философии марки и о ее преимуществах на сегодняшний день на рынке. Марка, запуск бренда состоялся в 2022 году, в октябре, на выставке в Стамбуле. И это международная выставка, где со всей планеты прилетелись эксперты бьюти-индустрии. Марка заявила о себе очень грандиозно, потому что около нашего стенда было просто нереальное количество многих известных даже производителей брендов, потому что все впечатлило, начиная от упаковки, заканчивая составом, который находится в средствах ухода. Ну и, конечно же, мир, когда засел в пандемию, да, в своих квартирах, и многие как-то даже испугались этого времени, но на самом деле момент пандемии для многих производителей и да и просто для нас, да, как для обывателей, потому что мы оказались в каком-то замкнутом пространстве и дало возможность немножко подумать, изменить что-то в своей жизни. И мир бьюти-индустрии, мир медицины тоже всколыхнулся, потому что нужно было искать некие решения для того, чтобы побороться и с теми предложенными обстоятельствами, которые случились, и с теми вирусами, которые на нас обрушились, и с теми какими-то непредсказуемыми ситуациями, которые вдруг появились в плане здоровья. Да? Еще раз скажу, бренд запустился в 2022 году, но идея запуска бренда витал и создания бренда сформировалась именно в 2019 году. И были привлечены очень многие эксперты, которые не только в бьюти-индустрии, но еще и в медицине. И бренд по праву может называться международным, несмотря на то, что он производится на площадке в России, но изначально марка разрабатывалась на основе исследований Американского института микробиологии о сохранении иммунитета кожи. Бренд имеет регистрацию европейского патента и очень активно представлен также и в Европе, не только на российском рынке. И бренд получил на выставке массу призов и премий за упаковку, за содержимое, за эффект, который мы ожидаем от применения косметического продукта. Первый международный бренд, который призван защитить иммунитет кожи, инновационный бренд космецевтики, следующий современной концепции сохранения молодости, основанной на теории клеточного врожденного иммунитета. Вы знаете, как важно сохранять иммунитет, да, не только иммунитет по здоровью, но иммунитет защищать и сохранять иммунитет в целом, чтобы... Сейчас немножко волнуюсь, но сейчас я соберусь. И мы знаем нашего конечного потребителя, который в последнее время предъявляет очень высокие требования к косметическому продукту в плане его безопасности, в плане набора ингредиентов, которые имеются в каждом тюбике. Да, и мы тщательнейшим образом даже предметы быта в последнее время подбираем просто в плане безопасности и в плане полезности для нас. И вот разрабатывается бренд девушкой-маркетологом, которая очень хорошо провела исследование рынка и какие же тренды в косметологии будут
ну, будут более активны и какие же тренды в косметологии будут востребованы конечным потребителем. И прошла огромный путь, эта девушка, зовут ее Ася, прошла огромный путь, и много средств косметического ухода было создано ей для каких-то сторонних компаний, и каждый раз все, что создавалось ей, это было просто таким прорывом в косметологии, потому что тщательные исследования, тщательный анализ рынка, тщательная работа с международными экспертами, которые как бы задавали тренды в косметологии, задавали тренды как в инъекционной косметологии, так и в создании косметического продукта. ImmunoPower – этот бренд, который, собственно, Американский институт микробиологии подтвердил исследования ученых, что привело вот эти открытия и экспертизы привели к появлению новой научной концепции о важности сохранения врожденного местного иммунитета кожи. Это и определило ответы на причины возникновения некоторых заболеваний и старения кожи. Время здоровой кожи. Об этом мы говорим совершенно ясно и понятно, потому что красивая кожа-здоровая кожа. Прежде всего здоровье, а затем уже улучшение и состояние кожи. ImmunoPower, как я уже сказала, это первый международный бренд, потому что мы работали совместно с многими европейскими экспертами, и многие лаборатории мира предоставляли нам... О, Наталья, очень рада вас слышать и видеть, вы классно представляете, всегда советуете лучше. О, спасибо большое, Маргарита. Это первый международный бренд, который совместно с лабораториями, мировыми лабораториями создали, собственно, этот продукт. Идея бренда, как я уже сказала, это сохранение молодости на основе защиты клеточного врожденного иммунитета. Как важно сохранять микробиом кожи, мы тоже все понимаем и знаем, да, и поэтому каждый продукт ImmunoPower содержит очень эффективную формулу, позволяющую достичь видимого результата. Основой препаратов является комбинация биотехнологии пептидных активных комплексов в липосомальных формах, чтобы активные компоненты мгновенно, таргетно достигали цели и как бы работали именно в нужном направлении. Активные компоненты направлены на конкретные задачи, такие как лифтинг кожи, синтез коллагена и эластина, выравнивание микрорельефа кожи, антиоксидантная защита, пролонгированное увлажнение, сокращение выработки себума и противовоспалительный эффект. Основной ингредиент, новейший ингредиент последнего поколения – это биомалиактив, французский постпребиотик нового поколения. Это уникальный, многофункциональный липидный комплекс, который создан для защиты иммунитета кожи, эпидермального барьера и сохранения правильной микробиоты. Он состоит из органического масла жожоба, овсяного масла и бактериального фермента, выделенного из Anoxibacillus camchatkensis. Этот штамм был выделен изначально в гейзеровых источниках на Камчатке и получил, собственно, отсюда свое название. Но потом такой же штамм стали находить в зонах вулканической, как бы сейсмологически неустойчивой, зоне, да, и оттуда стали брать этот совершенно уникальный, по сути, своей штамм для поддержания здоровья и иммунного баланса на поверхности кожи. 100% натуральный компонент и выделен из горячего источника. Бренд, подскажите, где производится бренд и какие стандарты качества? Бренд производится на производственной площадке в России, но ни одного российского ингредиента в марке нет, потому что задействованы были лаборатории, такие как
лаборатории, известные Германии, Франции, и лаборатория Липотек, Испания. Для чего? Потому что это все наши коллеги, это люди, которые одержимы, так скажем, созданием лучшего продукта на рынке, ну и те люди, которые посчитали, что эта история с созданием косметики, которая будет поддерживать главный иммунный баланс, это очень-очень важный момент и, собственно, за этим будущее в косметологии. Здоровая кожа, красивая кожа. Эхо по звуку можно обновить. Восстановление, главная как бы идея бренда – это восстановление и защита иммунитета кожи. Микробиом, мы знаем, да, это уникальная изменяющаяся экосистема, и он разнообразен, индивидуален и зависит от множества факторов. От pH кожи, от влажности, температуры, количества и качества кожного сала, оксидативного стресса, инфекции и ухода за кожей, правильного ухода, грамотного ухода за кожей. При нарушении кожа может стать очень чувствительной, раздраженной, характерной воспалительной реакцией, появление прыщей, красных пятен, шелушения. И могут появиться также признаки преждевременного старения кожи. Различные кожные заболевания, такие как розация, псориаз, атопический дерматит, сиборейный дерматит, часто являются проявлением нарушения именно кожного иммунитета и дисбаланса в микробиоме кожи. Про иммунитет кожи можно говорить долго, и, но главное понимать и для кого создан бренд. Для мужчин, для женщин, для любого типа кожи и ее состояния. Всего лишь лаконичная линейка, всего лишь 10 продуктов, но которые призваны покрывать абсолютно все эстетические проблемы. То есть не просто для жирной кожи, не просто для зрелой кожи, да, многие эстетические проблемы и многие состояния кожи можно исправить благодаря очень лаконичному уходу и с применением достаточно простых схем и простых протоколов в работе. Как я уже говорила, что сейчас потребитель предъявляет очень-очень высокие требования к косметическому продукту. Есть такой кластер клиентов, которые, мы знаем, веганы, вегетарианцы, да, которые вглядываются просто в этикетки средств и ищут для себя какой-то полезный продукт, продукт, который поможет решить так или иначе их проблему. Что я еще хочу сказать? Две линейки, да, 10 средств и 2 целенаправленные линейки. Программа с возрастными изменениями кожи, такие как обезвоженность, первичные признаки старения кожи и уже глобальные возрастные изменения. Первичные признаки мы знаем: обезвоженность, тусклый цвет, все виды морщин, потеря упругости, дряблость кожи, гиперпигментация, линия борьбы с акне тоже очень целенаправленно работает на купирование воспаления, на нормализацию работы сальных желез, на решение проблемы, если есть какая-то инфекционная история. Мы знаем, что поддержание здорового иммунитета кожи важно в том случае, важно, и главное – накормить, напоить кожу и решить эту проблему без применения агрессивных методов ухода или каких-то активных ингредиентов, которые так или иначе могут ввести кожу в дисбаланс. Да? Мы знаем многие случаи, когда косметологи, просто принимая клиента и видят, что у него идут активные воспаления на коже, отправляют его куда? Отправляют его в аптеку, да, за антибиотиками либо за ретиноидами.
меняются слайды, стоит слайд про микробиом. Итак, в этом случае тут хочется отметить нюансы, да, в иммунитете кожи. Я пока все равно оставлю этот слайд, потому что мы будем сейчас немножко проговорим. У нас все-таки тема заявлена иммунитет кожи и его сохранение в том числе, да. И мы понимаем, что кожа представляет собой первичную поверхность взаимодействия между организмом и окружающей средой. Данный орган является средой обитания триллионов микроорганизмов, которые играют важную роль в гомеостазе тканей и локальном иммунитете. Кожные микробные сообщества очень разнообразны, как известно, и со временем или в результате изменения условий окружающей среды они могут модифицироваться. Как в контексте такой сложности отдельно условные патогенные микроорганизмы дифференцированно снижают иммунитет кожи? Последние исследования ученых показали, что определенные условно-патогенные микроорганизмы в основном воздействуют на иммунный статус кожи. И также определили клеточные медиаторы. Т-клеточная иммунная реакция на определенные условно-патогенные микроорганизмы возникает в результате скоординированного действия субпопуляций дендритных клеток, которые присутствуют в коже и не связаны с воспалением. Клетки, которые находятся в коже, реагируют на изменения микробных сообществ. Такое взаимодействие может представлять собой появившееся в результате эволюции средство, при помощи которого иммунитет кожи использует колеблющие сигналы условно-патогенных микроорганизмов для совершенствования иммунного барьера и обеспечения гетерологической защиты от болезненных организмов. Ученые считают, что данная информация об особенностях иммунитета кожи позволяет понять, почему лечение некоторых заболеваний кожи, например, акне, антибиотиками или ретиноидами, не всем подходит. Один из факторов защиты человеческого организма – это иммунная функция кожи. Не устану это повторять, потому что об этом как-то сразу, ну, многие забывают. Да? Мы разрушаем гидролипидный баланс неправильным уходом, агрессивными средствами. Мы повреждаем кожу для того, чтобы увидеть некий результат ее регенерации и восстановления. Но это практически невозможно, если у нас отсутствует адекватный уход как в условиях кабинета, так и адекватный уход домашний. Как я уже говорила, компоненты последнего поколения в средствах как в омолаживающей линейке, так и в линии антиакне. И очень хочу обратить ваше внимание на такой ингредиент, на новейший ингредиент, как тетрапептид оплевити. Оплевити уникален, по сути, тем, что он работает очень хорошо на укрепление кожи, на лифтинг эффекта, которого все хотят не только видеть, но и ощущать именно на физиологическом уровне. Оплевити, компонент такой, тетрапептид, создан специально для поддержания уровня правильно собранных коллагеновых волокон и эластиновых волокон, а также сцепление между клетками и внеклеточным матриксом. То есть мало того, что он ремоделирует матрикс кожи, плюс тетрапептид борется против дряблости и обвисания кожи. И очень это заметно, особенно в работе с нижней третьей лица. И даже когда мы просто наносим крем на кожу, то ощущение на физиологическом уровне, ощущение тонуса, укрепления, подтянутый эффекта лифтинга того самого. И вы видите, компонент тетрапептид – это лаборатория Липотек Испания. Лаборатория Липотек Испания также нам предоставила новый компонент, как молекулярная пленка ретинола. Мы знаем, что ретинол – это мощный омолаживающий компонент, но, опять же, для кого-то он в чистом виде, да, ретинол 1% или 0,1%, неважно, в каком процентном содержании в средстве ретинола, но, тем не менее, может быть аллергические реакции, может быть и
дерматит неизвестного происхождения, но потом просто идет понимание, что это только из-за активности ретинола, да, когда идет ухудшение состояния кожи, ну, а потом некое. То есть нужно какое-то время ждать, чтобы дождаться того или иного результата. Молекулярная пленка ретинола – это новая, совершенно неагрессивная форма ретинола. И молекулярная жидкая пленка ретинола является новой косметической системой доставки того самого ретинола в более глубокие слои эпидермиса для того, чтобы унифицировать клетки кожи, для того, чтобы поддержать их физиологическую активность. И, собственно, молекулярная жидкая пленка очень хорошо проникает через эпидермальный барьер и достигает целенаправленное место воздействия. Исследования инвиво, то есть хочу сказать, что каждый компонент, каждый новый ингредиент, которому там от силы лет 5 или года 3, который активно сейчас применяется в средствах нового поколения, прошел клинические исследования на предмет терапевтической эффективности. Что это значит? Это значит, что группа волонтеров, которых разного возраста, это и молодая, это и зрелая кожа, это с разными проблемами кожи, которые прошли все клинические исследования и предоставляли, как говорится, свою кожу как образец для того, чтобы подтвердить действие, активное действие компонента и терапевтическое действие компонента. Два направления, всего лишь 10 продуктов. Это не линейка не раздутая. Вы знаете, вы привыкли работать со многими марками, где очень много линий ухода, да, но вы всегда для себя выбираете то, что нужно именно вашему клиенту, то, что нужно именно вам в работе, да, и как-то вы сочетаете, например, там, с другими методологиями в косметологии. Это и аппаратная косметология, это и инъекционная, но тем не менее вы часто выбираете бренд в работу, но не пользуетесь абсолютно полностью, да, всем тем ассортиментом, который представлен в бренде. И вот когда создавалась марка ImmunoPower, то стояло несколько задач, чтобы бренд был достаточно лаконичен, чтобы был очень понятен в работе, чтобы не усложнять таких, знаете, схем в уходе как для конечного потребителя, так и для работы профессионалов в кабинете. Бренд, который не создает сложных схем в уходе, очень понятные и лаконичные протоколы. Протоколы процедур вам всем известны, да, то есть это те протоколы, базовые протоколы, которые дает производитель, и которые очень апробированы, которые очень уже прошли огромную экспертизу на пациентах, на клиентах салонов, либо пациентов клиник. Вот. И поэтому все очень просто в работе, и когда у нас эти несложные схемы в голове укладываются, то нам легче достигать результатов, нам легче работать с клиентом, нам легче объяснить им, почему так, а не по-другому, да, и почему все так просто. Потому что цель была, знаете, такого медицинского подхода создавали, когда мы эту марку, то цель была такая – нанес, смыл, средство поработает за вас само. Потому что настолько активные средства, что в каждом продукте практически до 12 активных ингредиентов, которые так или иначе справятся с той задачей, которую мы решаем. Несложные схемы в уходе – это первое. Плюс выгода для вас, да, то есть после первой процедуры клиент встает с процедурой и говорит сначала «вау», а потом вся эта история длится в пролонгации. Всего как интенсив всегда важно придерживаться некого курса, да, и мы предлагаем 6-10 процедур – это курс. Ну, можно минимальным обойтись, 4 процедуры, и раз, всего лишь раз в неделю эта процедура применяется, потому что все в линейках замешано следующим образом. Сейчас вы дальше это все увидите.
Я расскажу о программе восстановления кожи Ультралифт. Это новая эра продуктов, которые воздействуют на все возрастные изменения кожи, будь то первичные, будь то глобальные. Сочетая точность воздействия и высокие технологии, препараты действуют на восстановление, первое, упругости кожи, восстановление барьерной функции кожи, создание благоприятного микробиома, то есть микробиома здоровой кожи, плюс запуск всех физиологических процессов, которые так или иначе утратили свои жизненные силы. Плюс мы всегда видим очень красивый ровный тон кожи, да, и кожа такая, как будто бы вы после пробежки, то есть мы видим такой здоровый румянец на щечках, мы видим абсолютно ровную текстуру, рельеф кожи. И все это благодаря тому, что очень рабочий инструмент в руках у косметолога и надежный инструмент, потому что то, о чем мы заявляем, собственно, то и происходит. Да? У нас нет какой-то синицы, у нас, точнее, есть журавль, точнее, нет журавля в небе, есть синица в руках. И нам всегда просто и очень... Нам всегда очень просто предугадать результат, который мы получим на выходе. Мы никогда не создадим дискомфортных ощущений для клиента в плане работы. Итак, как я уже сказала, более 12 активных компонентов, которые целенаправленно воздействуют на иммунную защиту ДНК клеток. Как и везде, уход и процедура начинается с грамотного и качественного очищения кожи. И хочу обратить ваше внимание, что в нашем бренде нет никаких лосьонов, совсем нет. И это в концепции марки, собственно, было запрограммировано, потому что часто косметологи не понимают этот продукт, лосьон, да, что это? Ну, как бы, ну, лосьон. Часто используют, даже приобретая какие-то другие бренды, где очень много средств в линейках, да, не понимают, зачем лосьон. Просто качественно подготовить кожу. Иногда мы обращаем внимание, что это просто средство для очищения, да, умыть. В нашем случае очищающая балансирующая пенка, на ней написано антиакне, но она подходит для всех типов кожи. Почему? Потому что в послековидное время появилось такое состояние кожи, как маск-акне. И неважно, это обладатель жирного типа кожи, либо это обладатель сухого типа кожи. Тем не менее, микровоспаление, нарушение баланса и микробиома кожи происходило у каждого типа кожи. Мы понимаем, что жирный тип кожи, да, он нуждается в спокойствии сальной железы, он нуждается в постоянном контроле воспалений или каких-то реакций негативных, да, но тем не менее эта балансирующая пенка подходит абсолютно для всех типов кожи и для сухого в том числе, но которая сдерживает так или иначе воспаление, разные этиологии, разные происхождения, которые могут возникнуть у каждого типа кожи. Поэтому заранее, знаете, так обозначили антиакне, то есть тот препарат на начальном этапе ухода, который будет сдерживать любые воспаления, неважно какого происхождения. Активные компоненты балансирующей пенки, такие как экстракт каркаде, энзимы граната, молочная кислота, янтарная кислота и успокаивающие компоненты, как аллантоин, лактат, цинк. Пенка не имеет никаких агрессивных поверхностно-активных компонентов, и поэтому она очень мягкая, она с таким диффузором, она в руке просто таким как облачком. И важно в процедуре просто клиента умыть тщательнейшим образом два раза. Два нажатия дозатора в применении, ну, в процедуре. Первый раз мы можем смыть как следует макияж, уличные загрязнения. Вторым шагом очищением, в очищении, это понять, что кожа идеально очищена, и убедиться, что кожа максимально хорошо подготовлена для восприятия последующего активного ухода. А второй раз, когда вы будете смывать пенку, вы будете понимать, что кожа практически скрипит, но при этом нет ощущения у пациента стянутости, нет ощущения дискомфорта, и все время получается такой
эффект такого комфортного восприятия продукта. Следующим шагом в процедуре, в протоколе процедуры, это наши совершенно потрясающие пилинги, пилинги нового поколения, пилинги, которые все сезонные, они не дают никакого шелушения, а стимулируют естественные процессы обновления кожи, плюс запускают физиологические процессы, которые утратили свои жизненные силы, такие как активизация работы фибробластов для выработки коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты. Пилинги, которые помогают, целенаправленно работают на то, чтобы пилинги, которые помогают повысить иммунный статус кожи в том числе, и пилинги, которые, их всего лишь два, пилинг, который помогает оптимизировать все физиологические процессы кожи, которые утратили свои жизненные силы. И в данном случае, обратите внимание, фокус пил – это омолаживающий пилинг, и здесь стабильная форма витамина С, который проникает в кожу, метаболизируется в аскорбиновую кислоту, и аскорбиновой кислоты в этом пилинге из 20, концентрация пилинга, вы видите, 20%, из 20 возможных 5% только стабильной формы витамина С, а это и борьба с пигментацией, это и такой, знаете, ключик для того, чтобы завести фибробласты для выработки коллагена собственного и эластина, здорового коллагена и эластина и собственной гиалуроновой кислоты. Помимо стабильной формы витамина С, еще синергии многих альфа-гидроксикислот, такие как миндальная, молочная, лимонная, гликолевая и янтарная кислота, которые работают на уровне зернистого слоя, улучшают метаболизм, усиливает восстановительные процессы, снижает гипоксию клеток и способствует мощному омолаживающему эффекту. И, как вы знаете, обладает таким детокс-действием. Под пилингом, когда мы наносим пилинг, опять же, наш клиент не испытывает дискомфорт. Пилинг, который очень мягко воздействует на кожу, при этом да, мы всегда можем предупредить нашего клиента и сказать, что после нанесения пилинга может быть легкое покалывание, пощипывание, покусывание, но это буквально какие-то пару минут, и затем экспозиция пилинга у нас остается по времени, по нужному времени. Для каждого клиента это может быть очень индивидуальная история, но максимальная экспозиция пилинга до 30 минут, может быть, в зависимости от того, какой клиент нам с какой проблемой обратился. Первые пару минут может быть пощипывание, покусывание, покалывание, но затем это очень приятное воздействие. И даже кто-то говорит, что тепло в коже, не хочется спать. То есть нет, не надо махать никаким веером перед носом. Он абсолютно такой, знаете, гелевой текстуры, и он не растекается по коже, он абсолютно адекватно воспринимается клиентами, и особенно на выходе, когда они видят результат. Фактически пилинги играют важную роль для глубокого очищения кожи, для стимуляции ее естественного обновления. Спрашивают часто косметологи, а можно ли по пилингу делать чистку? По пилингу нет. Вот когда вы его смыли, вот тогда, если вы видите, что створы поры приоткрылись, и вы видите, что там есть что почистить, то, пожалуйста, применяйте свой любимый способ для этой манипуляции. Но если вы вдруг стали каким-то образом чистить кожу, то обязательно, когда вы смываете пилинг, еще раз добавьте каплю пенки, чтобы промыть поверхность кожи для восприятия уже последующего нанесения восстанавливающего ухода в виде маски. В омолаживающей процедуре маска у нас Cell Matrix Mask, маска, которая содержит просто квинтэссенцию активных компонентов, и под маской также можно ощутить покалывание, пощипывание, то есть всегда что-то происходит.
Здесь мощный коктейль из омолаживающих компонентов, такие как тетрапептид Оплевити, помните, да, он работает на укрепление кожи, на ее лифтинг. Биомалиактив – компонент, который будет поддерживать здоровый микробиом кожи и восстанавливать его. Молекулярная пленка ретинола – тоже помним, что это мощный омолаживающий компонент. Комплекс растительных стволовых клеток из винограда, G-cell-комплекс, церамиды. Церамиды, которые укрепят межклеточный цемент. Стабильная форма витамина С, которая будет, опять же, направлена на работу с пигментом. Плюс мы видим лучшие масла. Масла оливы, масла авокадо, ниацинамид, биоплацента. Биоплацента, я об этом ингредиенте чуть подробнее расскажу позже. И, конечно же, иммунные компоненты, такие как экстракт Центелла азиатика. Маска имеет кремовую текстуру, такую, знаете, как взбитых сливок. Если вы все-таки любите делать массажи, то просто по этой маске можно сделать массаж. Если ваши клиенты все равно ждут от вас некого массажа, то по этой маске можно делать массажи. И смотрите, у нас всего лишь была пенка, пилинг, маска. По факту те косметологи, которые не любят манипуляции каких-то таких сложных схем в уходе, то они могут просто наносить средство, смыть средство, нанести и смыть. Больше от, ничего не требуется от косметолога. Я знаю те косметологи, которые, врачи-косметологи, которые любят инъекционные методики, либо аппаратные, не любят совершенно массажи, то это как раз бренд, который им в помощи, это очень надежный инструмент для преподготовки кожи к инъекционным манипуляциям, либо для восстановления кожи после лазера. Когда есть повреждение кожи, и когда мы хотим быстрее реанимировать кожу и восстановить ее здоровье, да, красоту и здоровье, потому что красота и здоровье в нашем случае это просто, как знаете, ниточка с иголочкой, неотъемлемая часть. Красивая кожа, здоровая кожа. И к красоте мы идем через поддержание именно здоровья кожи. Экспозиция маски 10-15 минут, 15-20 минут, простите. Если вы делаете массаж по маске, то максимум руки на лице могут находиться 20 минут. Затем вы ее тщательнейшим образом смываете и закрываете нанесением крема. Да? Клиента мы всегда отпускаем украшать мир именно когда мы завершим процедуру при помощи укрепляющего крема. Укрепляющий крем, так называется, контур Sculpturing крем, тетрапептид Оплевити содержит. Опять же, биомалиактив, это сердце формул практически в каждом средстве. Да? Масло вечерней примулы, масло рисовых отрубей. Единственное, что здесь нужно понимать, что всегда нужно брать очень адаптированную порцию крема. Крем очень активный. И еще раз повторюсь, это исключительно профессиональный продукт, это исключительно линейка профессиональных продуктов. И пока в нашем меню нет средств для домашнего ухода, но зато у специалистов есть очень надежный инструмент в работе, да, и который будет как раз-таки помогать и очень синергично работать с теми даже другими методологиями, которыми вы владеете, да, которыми вы уже владеете и применяете в своей работе. Можно ли все три процедуры после лазера, микротоков или только омолаживающую маску после микротоков? Как понять все три процедуры? Всего две. Два формата. Конечно, можно. И после лазера, и после микротоков, если вы это все будете тоже обогащать, либо там расширять, да, из несложной схемы превращать в ее сложную, как вам кажется, да, для своего клиента оптимально, да, пожалуйста, вообще не вижу никаких препятствий, особенно в работе с проблемной кожей, потому что результаты совершенно впечатляющие, да, и я чуть позже об этом тоже
расскажу. Итак, укрепляющий крем, который мы закрываем. Это стандартная процедура, которая и стандартный протокол, которым даже мы называем экспресс-протокол. Когда мы умыли два раза, нанесли пилинг, выдержали время нужной экспозиции для данного клиента, смыли пилинг, если нужна чистка, мы ее сделали, потому что у обладателей зрелой кожи иногда бывают закрытые комедоны, которые вдруг проявили себя, и очень хочется их убрать, да? Это единичные какие-то истории, но тем не менее, после того, как вы почистили кожу, обязательно еще раз возьмите прям вот пол нажатия пенки и промойте кожу с применением пенки. И затем, когда вы смыли пенку, нанесли маску. Экспозиция маски еще 20 минут. Это получается в общей сложности у нас процедура по факту 45 минут. То есть вы понимаете, да, есть такой момент, особенно в наше время современное, когда все куда-то бегут, куда-то торопятся, и как раз-таки это может быть и процедура обеденного перерыва, или процедура, когда клиент такой очень активный приходит и говорит, я долго не могу лежать, мне нужно быстро-быстро, и чтобы я была просто королевой бала и украсила мир собой. Это как раз тот самый случай, когда вы можете очень быстро предоставить очень активную процедуру, и при этом ваш клиент всегда будет выглядеть, то есть он может идти в социум, да, и не надо ему прикрываться нигде, не надо ему как-то прятаться, потому что он, если процедура обеденного перерыва, он также может вернуться в свой офис, и никто не заметит, что что-то было сделано, да. Но, тем не менее, каждый второй скажет, ой, как ты хорошо выглядишь под вечер, ты вроде как и не уставшая. Сейчас я ваши вопросы прочитаю. То есть делали пилинг, потом лазер, или наоборот, не слишком раздражающая нагрузка? Ну, смотрите, пилинг вообще-то перед лазером, это как преподготовка, да, но это не в одну процедуру, мы не совмещаем в одну процедуру. Мы делаем пилинг, например, один раз к вам пришли в неделю, вы сделали пилинг, повторно зовите на какую-то более альтернативную процедуру в виде лазера либо инъекций. Вы сначала готовите кожу, то есть вы стимулируете некие процессы обновления, да, благодаря пилингу этому будет же происходить, и затем только лазер. В одну процедуру мы это не совмещаем. Я знаю, что в Вологде мне задавали вопрос, командировки мы были косметологи, можно ли пилинг под роллеры. В нашем случае нельзя. Есть марки, которые это разрешают делать, да, и они добиваются очень неплохих результатов, работая с постакне рубцами таким образом, да. Но тем не менее, как бы наш пилинг ни под какие дермопилы, под дермороллеры лучше не применять. И, соответственно, если вы работаете с лазером, то, конечно же, пилинг делается за день, например, а затем вы работаете с лазером. Также в нашем меню омолаживающая сыворотка. Вы можете ее, если вы расширяете программу омолаживающую, то не просто закрыть пилинг кремом и отпустить пациента украшать мир, но также вы можете под крем положить каплю сыворотки. Сыворотка, вы знаете, да, сыворотка – это целенаправленный продукт, который улучшает состояние кожи. В данном случае это сыворотка очень активная, которая содержит мощные омолаживающие компоненты, морской коллаген, биоплаценту, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. И посмотрите на этот состав, да, то есть это, опять же, мощный коктейль омолаживающих компонентов, которые целенаправленно будут улучшать состояние кожи, причем сыворотка мгновенно впитывается, и сыворотка всегда используется под крем. Спрашивают часто, можно ли сыворотку в домашний уход продавать, потому что выглядит она очень презентабельно. Она в упаковке, вот видите, я даже могу вам показать, у меня под рукой, она в упаковке, в коробочке, но
Здесь нестандартный объем, здесь 50 миллилитров, потому что это профессиональный продукт, да, 50 миллилитров в домашний уход, но практика показывает, что да, мы делаем это, потому что мы хотим пролонгировать, да, эффект после процедуры, и, конечно же, всегда хочется поддержать такой эффект депо, эффект накопления активных ингредиентов, которые мы уже как бы, да, применяли в своей работе, и в домашнем уходе всегда хочется поддержать нашу работу, да, для пролонгации результата. И тем не менее, да, сыворотку мы можем поставить на полку и совершенно спокойно продавать, аргументируя это тем, что это большой объем, и вам просто надолго хватит. Но, опять же, сделайте такой, проведите момент совет, да, момент рекомендации, когда вы все равно расскажете, как этим средством пользоваться. Потому что важно не только продать, нужно еще и рассказать, как этим препаратом пользоваться. Пользоваться утром и вечером, но на ночь можно для обладателей жирного типа кожи. Им они не любят маскоподобности, они не любят много текстурности на поверхности кожи, да, им вообще хочется всегда ощущение чистоты и бесконечной свежести. И поэтому липосомальная сыворотка очень хороша на ночь как самостоятельное средство, но днем, так как липосомальная сыворотка не имеет факторов защиты от ультрафиолета и проникает достаточно глубоко вплоть до базальной мембраны, ее днем закрывать хорошо кремом. И в липосомальной сыворотке, помните, вы обратили внимание на тот компонент, который называется биоплацента. Компонент из Южной Кореи, в лаборатории запатентованный комплекс южнокорейский. И биоплацента, опять же, это мощный инновационный компонент в косметике, который настоящий портрет клеток человеческой плаценты, созданный путем биологического синтеза, то есть продукт биотехнологий, да, аналогов человеческих белковых молекул. И комплекс биоплаценты представляет собой 5 человеческих факторов роста и два важнейших эссенциальных факторов фолиевой и глютаминовой кислот. Для повышения стабильности и гарантированной доставки до живых клеток эпидермиса используется именно липосомальная доставка. Вот. Для чего? Для того, чтобы омолодить клетки эпидермиса, повысить жизненные силы клеток, их стрессоустойчивость, плюс укрепить межклеточный матрикс, восстановить барьерные функции кожи и гидролипидную мантию, пробудить фибробласты для синтеза собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Улучшает процессы созревания кератиноцитов в корнеоциты и усиливает их функциональную активность. Мощный компонент, компонент, который уже очень апробирован, изучен, и как экспертиза показала, что просто при одном нанесении даже виден результат. Как такое возможно? То есть понятно, что это очень важный такой аспект, когда мы хотим видеть результат. Не просто нанес хорошо, умылся то же самое, а именно поправить здоровье кожи через восстановление многих ее функциональных особенностей, да? Какие противопоказания к данным продуктам? Вы знаете, любой уважающий себя бренд дает 0,01% на индивидуальную непереносимость. Это нормально, потому что кожа каждого нашего пациента – это как отпечатки пальцев. И если у кого-то просто есть индивидуальная непереносимость на какой-то из компонентов, ну да, будет некая реакция. Но пока на сегодняшний день, 23-й год, у нас очень-очень маленький процент нежелательных реакций, то есть аллергических реакций, как я вам уже сказала, 0,01% и очень-очень индивидуальная непереносимость. Вот. А в целом продукты переносятся очень адекватно, воспринимаются кожей очень адекватно, и кожа благодарна за то, что ее так за ней ухаживают грамотно и активно. К
клиническая доказанная эффективность применения комплекса биоплаценты. На левом участке картинки вы видите, это после, точнее, до, да, и после применения 12 дней применения вот просто этого ингредиента, компонента. Посмотрите, показатели физиологически совершенно потрясающие. Кожа становится более плотной, более компактной, я бы сказала, более сформированной, и вот этот непревзойденный в таком на физиологическом уровне эффект лифтинга, укрепления кожи. И, конечно же, всегда в марках нужен и важен крем для коррекции морщин вокруг глаз. То есть средство для контура глаз, так и называется у нас 3D-лазер-эффект ай-крем. Здесь тоже коктейль ингредиентов, которые очень активные, очень как бы целенаправленные, да, и средства, которые дают совершенно непревзойденные результаты, и благодаря, опять же, квинтэссенции вот этих правильно подобранных ингредиентов, которые рабочие ингредиенты. И главный компонент – это компонент Айделин, лаборатории BioNTech Германия. Этот компонент морского происхождения, который работает в трех направлениях, то есть морщины, синяки, отечность. Не те синяки, которые вызваны генетической предрасположенностью, которые такие тени, да, это сосудистая немножко сетка физиологически, так генетически так запрограммирована, но те синяки, которые вызваны следствием усталости, да, тени под глазами, очень хорошо справляется наш 3D-лазер-эффект ай-крем. Буквально одно нажатие дозатора на два глаза, потому что мы помним, да, что кожа в области вокруг глаз, она тонкая, она по физиологии отличается от кожи на лице, она чаще подвержена механическому воздействию, моргаем, и, по сути, она не имеет сальных желез. И поэтому крем этот, мало того, что он наполняет кожу, он поддерживает необходимый баланс влаги, он очень хорошо разглаживает морщинки, либо вызванные вследствие обезвоженности кожи, либо уже когда глобальные проблемы происходят, возрастных изменений кожи, и когда очень глубокие морщины, при этом как утюжок средство работает для того, чтобы разгладить и минимизировать уже имеющиеся морщины. Доказательные базы, опять же, да, 1% комплекса Айделин, запатентованный комплекс и комплекс последнего поколения, который также работает идеально просто на сосудистый компонент билирубин, да, он его практически разбивает, и темные круги просто стираются как ластиком. Ну и плюс, конечно же, разглаживание морщин. Здесь бралась, ну, как бы намеренно кожа с ярко выраженными проблемами, и проводились исследования. А скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то вопросы по первому блоку информации, или, может быть, что-то непонятно, хочется поподробнее узнать некоторые нюансы? Или все понятно? Маякните. Реакция аудитории. Все понятно. Поехали дальше. Протокол. Посмотрите, какой он легкий. 4 шага в протоколе. Спасибо, что все понятно, это хорошо. Протокол омолаживающей процедуры. Как я уже говорила, еще раз пробегусь. Это грамотное очищение кожи. Какой консервант использован? В каком конкретно продукте? Консервантами являются многие компоненты, которые мы видим в кремах.
и это в основном растительного происхождения консерванты. Если перевернуть флакончик средств, да, то вы можете посмотреть, собственно, какие консерванты. Но точно не химические консерванты, не химического происхождения. Это либо продукты биотехнологические. Помните, как бабушки, когда закатывают банки с соленьями, какой у них консервант там присутствует? Натуральный, да, в виде либо лимонной кислоты, либо уксуса. Вот. Но, тем не менее, это не просто видоизменяет продукт, да, но по своим свойствам он не токсичен, а полезен. И, собственно, натуральные ингредиенты часто и продукты биотехнологии, которые добавлены в то или иное средство, могут являться, собственно, и консервантом для средства. Я не сказала о сроках годности, да, сроках хранения. Средства активные достаточно, и закрытая упаковка хранится 2 года. А открытая упаковка на флаконе, всегда вы увидите открытую коробочку, и написано на открытой упаковке, то есть, ну, которая разгерметизирована, 12 месяцев. Итак, протокол омолаживающей процедуры. Пожалуйста. Протокол омолаживающей процедуры, как я уже говорила, тщательнейшая преподготовка кожи, и это очищение двухразовое очищение кожи при помощи нашей балансирующей пенки. Второй шаг – это… Нет, отличный вопрос, Нина, вы задали. Мы не ограничимся лечением кожи только для лица, потому что все средства подходят и для кожи тела в том числе, потому что если мы говорим о воспалениях, да, это может быть и зона декольте, это может быть и спина, поэтому совершенно спокойно мы применяем средства и для лица, как для лица, так и для тела. Как для мужчин, так и для женщин. Я забыла сказать про нашу аудиторию, которая, кто наши клиенты. Это мужчины, женщины. Мужчинам очень нравится процедура, потому что нанес смыл, да. Не каждый мужчина любит, когда там какие-то массажи. Нравится, нанес смыл, да, и точно не дети, а подростки, да, пубертатный период. Но вот здесь у меня был случай, когда муж араб и девочка 9-летняя, ну, как бы, она вроде бы ребенок, но она уже с первичными половыми признаками, да, то есть более активное развитие у нее и закупоренные комедоны, и акне, и спина, и, простите, ноги, то есть 9 лет ребенку. И когда ее мама брала консультацию, а можно? Да, можно. Если есть проблема, можно. Еще скажу про такой кластер клиентов, которые онкостатусные, например, да, но понятно, что в ремиссии, но тем не менее этот клиент всегда ищет для себя безопасный продукт и ищет решение своей проблемы, потому что после курса химиотерапии происходит, конечно же, глобальное разрушение иммунитета кожи, и я не говорю про лицо, тут вообще просто это все на уровне физиологии, да. И поэтому эти клиенты также чьи-то жены, чьи-то дочери, которым очень хочется выглядеть хорошо и очень хочется быть в социуме, да, и они никак иногда не могут найти для себя какой-то приемлемый уход или приемлемое адекватное лечение своей кожи. По протоколу тут все понятно, да, не буду долго останавливаться, но быстренько проговорю еще раз, что это всего лишь 4 шага. 4 шага. Слышно меня? Скажите, пожалуйста, у меня здесь был какой-то сбой. Слышно? Видно? А,
А, все хорошо. Отлично. Единственное, что мы можем делать, еще небольшой акцент, омолаживающий протокол, ультралифт, 4 шага, если это экспресс-процедура, то просто закрываем омолаживающим кремом после того, как экспозиция маски состоялась, и очистили, и пилинг сделали экспозиции маски, смыли маску, наносим контур-крем и отправляем украшать мир. Но либо расширить программу, обязательно нанести средства для контура глаз, липосомальную сыворотку для лица, то есть несколько шагов в закрытии процедуры. И чуть здесь будет уже по времени, ну, буквально на несколько минут больше. Следующее. А, посмотрите на результаты наши. Результаты здесь до процедуры и фото сразу после процедуры по эффекту. Крапчатый пигмент послеродовой, ну вот, в одном случае после родов, в другом случае излишняя инсоляция. И вы видите, сразу после процедуры, до процедуры состояние кожи, после процедуры наполненное, сияющее, абсолютно ровное по тону, никакой гиперемии, никаких покраснений и ощущение, что нужно бежать и прятаться. Да? То есть спокойно совершенно можно сделать макияж и идти в люди. И вот такой еще результат, очень такой, ну, как бы ярко выраженный, да, когда близко расположены сосудики, сосуды хрупкие, и это случилось у барышни сразу после ковида, то есть она, ну, как гипоксия, да, клеток, как все время недостаток кислорода, и очень хрупкая, чувствительная кожа, что не нанесет, говорит, просто раздражение, и очень все хочется расчесать, умыть и больше ничем не пользоваться. Тем не менее, вот этот результат после второй процедуры с применением пилинга, омолаживающего пилинга Focus Peel. Шикарный результат и очень довольный клиент, потому что она не могла долго найти для себя адаптированную процедуру у специалистов. Массаж по какому продукту можно делать? По маскам массаж можно делать. По маске Cell Matrix Mask. Маска, которая с пептидами, с ретинолом, с маслами, которые помогут вам сделать массаж терапевтический. Антиакне. Линия антиакне. Эффективное решение для борьбы с проблем, с воспалениями любого происхождения. Принципиально новый подход к созданию антиакне формул. Цель разработки таких препаратов – предупредить появление акне и комплексный подход в борьбе с активным развитием акне. Что в целом, как работают все средства? Да? Ну, во-первых, они нормализуют работу сальной железы, плюс успокаивают ее активность, плюс мощное стимулирующее действие для естественного обновления кожи. Поры тщательнейшим образом очищаются и впоследствии рельеф кожи выравнивается, поры минимизируются, они менее-менее заметны. Плюс, конечно же, мощное воздействие на инфекции и любые воспаления. И коктейль из антибактериальных и успокаивающих компонентов, что очень важно, потому что кожа с воспалениями часто, я еще раз повторюсь, часто врач-косметолог отправляет своих клиентов, пациентов куда? В аптеку, за антибиотиками, за ретиноидами. Все правильно, нужно обязательно сдать анализы, направить клиента целенаправленно, понять, да, что там, какая микрофлора патогенная преобладает. Но тем не менее, как выясняется, что вот эти клиенты, они все наши, даже с активными воспалениями, потому что мы их как раз-таки не отправляем в аптеки, потому что мы понимаем, что наши средства против, для терапии акне и борьбы с акне, они как раз-таки нам в помощь, да, и это очень надежная история в плане успокоить кожу клиента, на какой-то момент просто, знаете, облегчить страдания кожи с воспалениями. И часто, вставая после процедуры, наши пациенты говорят: «Боже, я такое ощущение, что я выпил обезболивающую таблетку». То есть это дорогого стоит, и это очень важно, когда действие средств
адекватно, да, практически ну, аптечным формам, но при этом без раздражающего аромата, без ощущения, что кожу стянуло, либо кожа вдруг начала ни с того ни с сего шелушиться. То есть, смотрите, действие и целенаправленное антибактериальное успокаивающее, плюс поддержание необходимого баланса влаги, это тоже важно. Часто, особенно старого формата косметологи, не побоюсь этого слова, да, они часто салициловой кислотой прижгите или там чем-то, ну, то есть понятно, что даже продукты косметические, они ушли далеко вперед, и это практически на грани медицины и косметологии, да. Но, тем не менее, по сей день я слышу, что нарушают микробиом именно врачи-косметологи, да, полный швах на поверхности кожи, полный раздрай в микробиоме, полный раздрай в барьерных функциях кожи. И по факту все равно человек остается с прыщами без решения своей проблемы. Да? И важно эти моменты все учитывать. Смотрите, все средства направлены как на работу с кожей уже с воспалениями, и также все эти средства антиакне работают в постакне период, потому что в постакне период у нас и рубцы, да, и пигментация нежелательная, и сосудистые несовершенства. И наша линейка антиакне, она очень идеально, я бы сказала, справляется со всеми этими проблемами. Смотрите, антиакне, да, всем кажется, ну, это воспаление и все, просто воспаление. Нет, это еще очень много состояний кожи, которые мы в наших силах его исправить. Второй пилинг, вторым шагом. Понятно, что процедура начинается точно так же. Да? Мы умываем нашего пациента 2 раза пенкой. Уже во время умывания у некоторых, у кого раздраженная кожа, она раздражена, потому что есть участки повреждения, участки воспаления, может быть покалывание, пощипывание при помощи пенки нашей для умывания. Умываем 2 раза. Затем наносим мультикислотный пилинг. Мультикислотный пилинг здесь уже содержит и бета-гидроксикислоты, ксалициловую кислоту. Пардон. pH пилинга 2,8, концентрация пилинга 20%. Пилинг всесезонный, его нет привязки к сезонности, и делаем его просто круглый год до достижения определенных результатов. И здесь потрясающим еще квинтэссенция и синергичные кислоты, такие как азелаиновая, миндальная кислота, винная кислота. Азелаиновая кислота, вы знаете, да, обладает мощным противомикробным действием в отношении пропионобактериум акне и стафилококковых бактерий. Плюс нормализует работу самих желез, плюс нормализует процессы кератинализации в фолликулах сальных желез. То есть оздоравливает сальную железу в целом, да, она меньше продуцирует кожного жира и ничего в себе не копит. Ну, вот. Плюс миндальная и винная кислота выравнивают микрорельеф кожи, очень хорошо сужают поры. Плюс стимулирующие действия миндальной кислоты и винной кислоты для активности фибробластов, да, то есть они в синергии очень хорошо запускают и процессы омолаживающие, омолаживающие процессы регенерации кожи, процессы заживления, процессы восстановления кожи, если кожа повреждена бесконечными воспалениями. Экспозиция пилинга, забыла сказать, экспозиция пилинга от 5 до 15 минут, если кожа повреждена, если имеются активные воспаления. Также все наши пилинги можно наносить на контур в области вокруг глаз. Вот. Экспозиция по времени самая минимальная, там 3-5 минут контур вокруг глаз. Ну, самым последним этапом, когда мы нанесли кислоту на кожу, да, последним шагом мы наносим последнюю область, это контур вокруг глаз.
После того, как после экспозиции пилинга, смываем его и наносим маску антиакне. Маска антиакне содержит тоже уникальные комплексы, запатентованный комплекс последнего поколения, который работает на оздоровление кожи. Маска, такой комплекс, как Сим-контроль, Германия, экстракт морской зеленой микроводоросли, который содержит хлорофилл, каротиноиды, высокую концентрацию витамина С и Е. Сим-контроль, название несет смысловую нагрузку, да, обеспечивает себорегулирующее действие, регенерирующее, противовоспалительное и мощное антиоксидантное. Также маска антиакне – это кремовая маска. Вы видите, что она содержит каолин и такой компонент, как Рона-Кеа. Рона-Кеа – это компонент, который снижает ультрафиолетовую нагрузку после процедуры, когда ваш клиент выходит. Конечно, если вы видите еще и активную пигментацию или поствоспалительную пигментацию, то нужно нанести какое-нибудь средство с SPF-фактором. Но компонент Рона-Кеа также дает очень хорошую защиту от ультрафиолета. И это не химический, это не физический компонент, а продукт биотехнологии. И маска имеет кремовую текстуру, не застывает, обладает мощной антисептической способностью, очень хорошо очищает поры. Опять же, если вы делаете процедуру чистки, если как бы необходима эта процедура, если кожа загрязненная, кожа с закрытыми комедонами, то эта процедура делается после того, как вы смыли пилинг. Пилинг максимально хорошо подготовит поры для очищения. И поэтому либо вы делаете ультразвуком, либо любой другой практикой, которую вы владеете, любым другим методом, который вы применяете в своей работе. Вам просто, опять же, вы сделаете такое некое открытие, вам покажется, что как-то процедура чистки произошла более быстро, как-то мгновенно, не больно, да, очень травматично, и вы знаете, как момент очищения кожи для вас превратится в такое прям наслаждение, потому что все быстренько убирается за какие-то минуты. Вы долго не работаете в этом формате очищения кожи. Закрываем процедуру. Смыли пилинг, сделали чистку. Опять взяли каплю балансирующего мусса, балансирующей пенки. После чистки продезинфицировали, умыли кожу клиента и закрываем процедуру на выбор двумя кремами. Либо это увлажняющий флюид, либо это Себум-контроль 24 часа крем. Вот два вида крема. Немножко расскажу про разницу. Увлажняющий флюид для проблемной кожи. Во-первых, посмотрите на состав. Да? То есть состав совершенно потрясающий. Тут и антисептические компоненты, и янтарная кислота как детокс-компонент, и как компонент, который усиливающий микроциркуляцию и насыщающий клетки кожи кислородом. Плюс понятно, что биомалеактив, он везде у нас. Сим-контроль для спокойствия сальной железы и для контроля любого воспаления, любого происхождения. А плюс, посмотрите, вот такой компонент новый, новейший. Лактокин-флюид. Полифункциональный пептидный комплекс, содержащий систему активированных, стабилизированных сигнальных молекул из молока. Мощно успокаивает кожу. Просто после любого раздражающего фактора оживляет и наполняет клетки кожи энергией, усиливает синтез коллагена, то есть мощный, еще и омолаживающий компонент, придает коже гладкость и эластичность, снижает порог чувствительности, повышает ее иммунный статус и повышает, восстанавливает водный баланс и pH кожи.
плюс такой компонент активный, как липоцит CHG, лаборатории CPIC Франция. Этот компонент, который обладает и себорегулирующим действием, и регулирует уровень pH, то есть он всегда поддерживает кислую среду на поверхности кожи, а кислая среда для проблемной кожи с воспалением – это здоровая среда. И, собственно, этот компонент также целенаправленно работает с воспалениями, то есть он препятствует их появлению и улучшает состояние даже очень чувствительной реактивной кожи с заметными сосудами. И еще важный момент про увлажняющий флюид – это то, что он не образует такую, знаете, поверхностную пленку на коже. Он встраивается в кожу и создает абсолютное ощущение чистоты, свежести. То есть он не обладает свойством… Господи, забыла слово… окклюзивным свойством. То есть он не создает эффект окклюзии и не сохраняет влагу за счет эффекта окклюзии. Просто встраивается в кожу и создает, так наоборот, даже при первом нанесении обладатели жирного типа кожи, проблемной кожи, говорят, боже, такое впечатление, что я просто умылся прохладной водой. Создает такое ощущение прохлады на поверхности кожи. И просто внедряется в кожу без эффекта окклюзии. Это тоже важно. Крем для жирного типа кожи Sebum Control. Его тоже рекомендуем для проблемной кожи, но чуть обогащеннее текстура этого крема. Здесь и успокаивающие компоненты, и компоненты, которые снижают ультрафиолетовую нагрузку, и комплекс, который помогает, биомалеактив, помогает восстановить правильную, здоровую микрофлору. И сим-контроль, который будет препятствовать образованию любого воспаления. Этот крем обожают мужчины. Просто после бритья это настоящее спасение, потому что мы знаем, что процесс бритья для мужчин – это такая необходимая, жизненная необходимость, но тем не менее… Создатели бренда еще держали тоже такую в голове идею, когда, знаете, вот как раньше, когда мы обращались к косметологам, к специалистам, и мы всегда ждали какого-то совета, рекомендации для того, чтобы, а как потом ухаживать за кожей, а как поддерживать ее в здравии, чтобы пролонгировать результат, который мы достигли в условиях кабинета. А вот помните, косметологи насыпали в баночки индивидуальный крем, который они сами варили. И эта идея тоже неплохая, она как бы старая, но она сейчас может по-новому прозвучать как забота о клиенте, как поддержание его даже вот спокойствия, особенно обладатели жирного типа, у которых замучили воспаление, и они не могут подобрать себе адекватный уход где-либо, то можно им всегда, у нас же большой объем крема, он вот, как выглядит, это профессиональный продукт и очень активный. И мы можем даже вот эту микродозу, мини-дозу ему налить, отсыпать, так скажем, да, в специальные контейнеры. Сейчас очень много продается таких одноразовых контейнеров, стерильных контейнеров, и которым таким образом, опять же, привлечь к себе внимание и привлечь внимание к тому, что вы тот специалист, который как раз-таки справляется без применения аптечных средств с той кожей, которая пребывает, то есть находится в той коже, на которой есть воспаление и которая страдает от воспалений и никак не может от них избавиться. Сейчас такой кластер клиентов, которые девочки молодые, барышни, которые отказались от коков, да, контрацептивов, и они просто кричат «help me», чтобы кто-то им помог, потому что воспаление неизвестного происхождения, понятно, что они нарушают режим питания, понятно, что тут много факторов влияет на то, как выглядит кожа молодых девочек, да, если они неправильно за ней ухаживают, если они не соблюдают какие-то элементарные правила в пищевом поведении.
и когда ей нельзя творог, она говорит, а я его буду есть, потому что я его люблю, да, то есть, ну, и буду ходить с прыщами. Это одна позиция. Но когда есть огромное желание избавиться от воспалений, то тут, конечно же, они обращаются к специалистам. И важно, чтобы специалисты знали и могли помочь своим клиентам в решении такого рода проблемы. А это проблема номер один, потому что с акне бороться достаточно сложно. Но я вам скажу, что за 4 процедуры девочку мы сняли с коков, практически 4 процедуры и плюс адекватный домашний уход. Адекватный домашний уход, я еще раз могу вам показать, это может быть пенка для умывания, как продукт, который мы можем рекомендовать в домашний уход, и вы совершенно спокойно можете продавать его, повышая чек за услугу, да, и сопровождая, то есть, клиента, потому что те клиенты, которые борются с воспалением, им очень важно иметь адекватный уход. Мы можем этому клиенту продать пенку для очищения, липосомальную сыворотку мы также можем продавать, но для клиентов, которые борются с возрастом, так скажем, да, и средство для контура глаз, он тоже в коробочке, оно тоже в коробочке, мы также его можем дополнительно поставить на полку. Но своим клиентам, которые переживают за свою воспаленную кожу с высыпаниями, с воспалениями, всегда рекомендуйте им в домашний уход пенку для очищения кожи. Пусть два раза умываются вечером, если у них нанесен макияж, и утром, соответственно, тоже каплю применяют. Важно научить своих клиентов правильно и грамотно очищать кожу, потому что, как известно, многие умываются вечером, но забывают умыться утром. И, конечно же, важно составить программу ухода, когда помогает специалист такого рода проблеме. И программа ухода – это раз в неделю. Но, знаете, минимальный курс – 4 процедуры в месяц, то есть раз в неделю встречаетесь, до доведения кожи, до совершенства воспаленной кожи, я сейчас говорю о воспаленной коже, то рассчитывайте на какой-то более больший период, то есть, ну, минимум это 6-10 процедур. И вам будет бесконечно благодарен клиент, пациент за то, что вы решили его проблему, и плюс проблема прыщей так будет для него актуальна с выбором правильного средства для ухода еще и в домашних условиях. Но опять же скажу, это продукт профессиональный. В домашний уход мы можем немножечко поделиться своим средством, да, отлив его в стерильную упаковку. И так часто вот сейчас делают наши косметологи, которые уже работают с брендом, потому что говорят, а так нравится этот момент такой заботы о клиенте, когда ты берешь свой профессиональный продукт. И хотя, конечно, это для меня сначала была такая, знаете, олдскульная история, но вспомнились такие косметологи, которые сами, правда, варили кремы, да, когда-то, вот, потому что ничего не было, все, как бы, полное отсутствие было бьюти-индустрии на территории России или тогда СССР, и, собственно, вот только-только, можно там сказать, лет 25, более или менее, как-то индустрия красоты, бьюти немножко воспряла, и это не заканчивается только процедурой чистки и покрасом бровей. И посмотрите, пожалуйста, на результаты процедуры после. Да? То есть постакне – это как раз-таки подростки 14-15 лет. Постакне – и сразу после процедуры, после одной процедуры. И загрязненная кожа молодого человека, когда закрыты комедоны, очень узкие створы, хочется очистить, это тоже сразу после процедуры. Совершенно потрясающие результаты. И как правильно мне тут написали, ускорьтесь, пожалуйста. Да, я уже все, в принципе, рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать, но думаю, что для первого раза, наверное, они не возникнут.
Есть вопросы у вас по марке? Все ли понятно? Или я опять все скомкала? Вопросы по стоимости препаратов. Вопросы по стоимости препаратов. Обращайтесь, пожалуйста, к своим менеджерам. Я знаю, что... Пенкой можно умываться каждый день? Конечно, нужно умываться каждый день. Пенка – это тот продукт, это продукт для гигиены кожи. Конечно, каждый день, особенно если вас беспокоит воспаление, гиперкератоз на поверхности кожи. Пенка тоже вам будет в помощь. Даже на уровне очищения вы будете чувствовать, как кожа преображается и становится лучше, лучше и лучше. Вопросы по стоимости препаратов. Смотрите, себестоимость процедур от 400 до 600 рублей. То есть это не высокие, это очень демократичная история для того, чтобы добиваться мощных результатов, да, помогать своему клиенту и решать его проблемы. В пенке нет кислот, верно ли я поняла? В пенке есть кислоты, но они очень деликатные, очень-очень другого формата. Это продукт биотехнологии. Линейки в разработке. Какие линейки в разработке? У нас точка роста – это разработка средств для домашнего ухода, разработка средств для спортсменов, которые занимаются интенсивной физической нагрузкой, и пищевые добавки для лечения кожи изнутри в том числе. Но это точка роста. Еще есть какие-то вопросы? И вам спасибо большое. И да, я благодарю вас за то, что вы нашли время и высидели этот час. Конечно, бренд новый, для многих очень непонятно, как бы, да, как работать с брендом. Но опять скажу, что бренд действительно инновационный бренд, который помогает нам, только помогает в работе и помогает достаточно эффективно. Мы сами поражаемся тому результату, потому что конверсия возврата клиентов на процедуру, она достаточно велика. И клиент всегда хочет получить снова и снова дозу того ухода, который очень результативен для него и который решает его проблемы. Есть еще вопросы? Если нет, тогда я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. И работайте с маркой, получайте истинное удовольствие от работы и радуйте своих клиентов вот именно результативным уходом. До свидания.